Перед началом нашего видео не забудь подписаться на канал моего друга Злобного Мишку. Там вы найдете много интересных прохождений разных игр, в том числе Мир Юрского периода, который выходит сейчас каждый день. Ребята, всем привет, с вами Александр, и очень приятно начинать серию вот такой вот сделочки. Это у нас предложение за 1600 баксов в гавани купить одного Мегистотерия. То есть этого динозаврика у меня нет, его можно только купить за реальные денежки. И потому за 1600 долларов, да, я его куплю. Это, в общем-то, круто. В следующей серии мы его, значит, увидим. Давайте пробежимся, что у нас еще здесь есть. Ну, вот 100 баксов купить. Ну, скажем так, вернули. Вернули немножко потраченного. Это хорошо. Ну, больше здесь ничего интересного нет. Даже какое-то задание выполнили. Так, супер, разок, второй, восстановили наши денежки, и идем смотреть, что же у нас есть на данный момент за турнирчики. Так, 3 дня, 18 часов остается, чтобы пройти турнир за открытие протостеги. Ну, протостега мало кому будет интересно, но турнир будет здесь явно непростой. Так, и у нас здесь супер-пупер вкачанные пастазух. Смотрите, пастазух, он, наверное, будет как наш... Так, куда, где мой пахи... Где этот пахи голозал? А, блин, у меня же его нет. У меня же его нет, у меня же он только 20 уровня, я и забыл. Так, ну ладно. Ну, бум, примерно, смотрите, он круче Сигназуха. Он круче Сигназуха, он круче Метрия Фадона. Так, есть летун с каким-то вменяемым уровнем жизни? Если я его поставлю сейчас птеродактиля, он же его выносит за раз-два. Давайте поставим вот так вот. Он подменится. Там встретит Гаргазух. И вот так вот. Ну, не знаю. Будем что-то пробовать. Но он не подменился. И в защиту ставить бессмысленно, потому что он меня сейчас пробьет. На 3. Не, на 4. Хорошо. Хоть на 4. Вообще-то у меня немножко было по-другому по плану, но, конечно, здесь сложно подгадать, что взбредет в голову. Давайте так будем пробовать. Ну, тирана титана нужно вот по любасу забирать, иначе будет горе. Он сменился. И проатаковал на один. Это хорошо. Это, ребята, хорошо. Значит, мы делаем вот так. И за один удар. Я его могу за один удар грохнуть. То есть мне нужно два, по-моему, да? У него один оставался. Ну, шикарно у нас получилось тут разыграть. Но это непросто. На все четыре. Легкая победа. Ну, с первым боем обычно проблем нет, конечно же. А вот второй, и уж не говорю про третий, который зачастую просто я не успеваю пройти. Потому что самые топовые динозавры освобождаются 3, а то и 4 дня. Ну, а выкупать их, естественно, смысла нет, потому что награда будет меньше, чем я потрачу на выкуп динозавров. Так, закрываем глаза, пальцы нахрест и смотрим. Так, унайзавр. Ну, очень печально, потому что убивать 12 жизней стегоцефала, ну, практически нечем. Ну, как бы, никем из травоядных я его пробить не могу, по большому счету. Делаем вот так. Потом вот так.
Так, давайте сейчас подумаем. Юдон. Ну, он же будет бить два косаря. Ну, ладно, пусть будем считать, что он подменится. Ну, тогда вот так надо делать. И молиться, 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 еще раз молиться. Так, он сменился. Йо-хо! Он меня за один удар пробивает. Фух, этого не произошло. Нам жутко фартануло. Два. Нам везет. Так. Можно было подмениться на Метриофадона, но я решил все-таки... Мы бы его 100% потеряли на следующем ходе. 4 бьет на 3. Так, раз, два. 11, 198, а у него 11, 900. Печально. И тут нужно... Блин, все в защиту нужно ставить. Все. Ну, потому что если бы он этот балл не перенес, то есть проатаковать меня на 5. И все, и кранты. Ну давай, атакуй. На все 4. Хорошо. Да хима, мне его нужно бить на 3. Это трэш, ребята. Это просто трэш. Просто меня сейчас стегоцефал будут атаковать на сколько? На 3. На 3 из 4. Ну, хух, повезло. А если бы за 2, то было бы печально. На 3 у него балл остался. То есть мы прошли. Этот бой вообще легко. Как-то так подгадал я с правильным выбором динозавров. Здесь без удачи и везения одним скиллом не затащишь. С такими-то противниками. Так, блин, ну, ребята, если есть реальный шанс пройти третью битву. Третью битву этого зубодробительного турнира. Фух, ну давайте. Давайте что-то легенькое. Легенькое. Травоядных, побольше травоядных. Да, побольше. Побольше травоядных. Гаргазух, он подменяется вот так. Блин, ну плохо получается, ребята. Плохо получается у нас. Он подменится на Колобаринха, то есть Диплотатор останется посредине. Это очень плохо. Если я поставлю сюда, допустим, Дилофазавра, ну он, скорее всего, тоже подменится. Вот тут в чем дело. Ну, как Астапозаврам да, пробивать того же Диплотатора? Как? Никак. Кем убить Диплотатора? Вот в чем вопрос, ребята. То есть он подменится на Колобаринха. Колобаринха я завалю Юдоном. А потом... Ну вот так вот. И то. Маловероятно. Был бы Сигназух, было бы супер. Вот здесь нужен Сигназух. Он меня за один удар выносит. А я его не смогу даже за 3. Да, но он не проканало так, как в прошлом бою, ребята. Не проканало. Я не могу его сейчас проатаковать. Просто не могу. Он сменился, у него остался один. И он, конечно же, проатаковал.
4 у 3. Ну, понимаете, блин, ну, я вот тут тоже мало что могу сделать. Нужно еще отсиживаться и надеяться на то, что он еще раз проатакует на все три. Он проатаковал только на два. Ну, дальше ждать не, вот уже нельзя. У него будет на следующий ход 4. А мне нужно атаковать на 5. И его колобаринг вынесет просто за 2 удара. У него останется еще 2 балла. И все. Ну, никак не получится у нас здесь. Ни при каких раскладах. Он меня атакует ровно на 2. То можно выкрутиться, забрать еще одного из них, но никак не двоих. Ну, как вы думаете, умереть смертью храбрых сейчас или на следующий ход? Так, 3000, 4, 4, 8, 12. За 3 удара я его пробиваю. Ну, никак, никак. Даже если он не поставил в защиту, я бью его на... Мне нужно бить на все 5. Я его убил, меня Маюнгазавр убивает за 2 удара. У меня ничего не остается. Если же он поставил защиту, точнее, не поставил защиту, он перенесет баллы. У него будет 6, он меня убьет на следующий ход. Вот и все. Ну, давайте просто посидим. Вот, он, я мог бы сейчас завалить Колобаринха, да, он меня атакует на все 6. Ну, я его сейчас заберу, но ситуация тоже ничего не поменялась. Хоть я его тогда мог убить, хоть сейчас. Вот, 15 и 1 балл сверху. И все. И Маюнгазаврик, такой маленький, хиленький, самый первый наш хищник, приходит и просто рвет в клочья самого сильного гибрида Юдона. Это было весело. Ну чё, прикольно, да, так? Такой самый сильный против самого слабого. Вот реально, номер один по списку. И номер, не знаю, какой там по списку. Самый сильный. То есть самый слабый против самого сильного. Как в классике жанра, да? Давид и Голиаф. И в данном случае Маюнгазавр, Давид был не наш. Не на нашей стороне. Вот так. Давайте сейчас посмотрим, какую же команду стоит брать на это сражение. В идеале. Так, первым нужно брать Гаргазуха. Он подменяется на Колобаринха. Вторым у нас должен стоять Сигназух. Гаргазух. Потом Сигназух. У нас получится, что Колобаринх убивает нашего Гаргазуха. Скорее всего, мы Сигназухом убиваем Колобаринха и, по идее, можем справиться с Диплотатором. С Диплотатором. Так, ну и третий у нас должна быть еще одна амфибия. Ну, либо Юдон. Ну, либо Метриофадон. Конечно, лучше бы 2 Гаргазуха, но... Но-но-но. Вот такие вот у нас будут дела. Надеюсь, ну, 4 дня. В общем-то, ребята, этот бой мы еще с вами один раз попробуем. То есть я ускорю, там будет совсем немножко. Через 3 дня, там, доплачу, там, соточку 2 баксов. Мы этот бой с вами еще проведем. Ну, в рамках уже другого видео. На этом все, ребятки. Всем спасибо и до скорых встреч.